Добрый день, дорогие друзья! Скажите мне честно, повезло ли вам с родителями? Например, с мамами. Они же разные бывают. Веселые и серьезные, деловые и смешные. Но они всегда добрые и бесконечно любящие. Вот и северному мальчику Мишке очень повезло с мамой. Она не стесняется превращаться в озорную девчонку и дурачиться вместе с сыном. В этой семье повезло даже коту. Не говоря уже о младшем брате, мама даже ворчит талантливо и с юмором. А живет эта удивительная мама в книге «Мама балуется» в библиотеке Маршака. Придумала маму писатель из Воркуты Наталья Стасина. Это ее первая книга, выпущенная издательством «Титул». В ней собраны рассказы о дружной семье в лучших традициях знаменитых Денискиных рассказов Драгунского. И вы знаете, книга сразу стала бестселлером. Читатели Маршаковки разобрали книжки, как горячие пирожки. Конечно, детям всегда любопытно, что же делают такое мамы, когда балуются. Книжная мама Натальи Стасиной кувыркается через голову, да так, что разбивает ногой стеклянные дверцы шкафа. Она сочиняет новые смешные слова, гуляя под проливным дождем вместе с сыном. И даже заряжает своим прекрасным настроением папу, который всеми силами старается показать, что он строгий. По маминым правилам, час плохого настроения карается запретом на прогулку. 2 часа плохого настроения – запретом на игру с Мурзиком. Автор «Озорной мамы» Наталья Стасина работает в воркутинском детском саду «Красная шапочка». Большая часть детства Натальи Витальевны из-за болезни мамы прошла в интернате, где любимым занятием ребенка было чтение книжек в библиотеке. Единственное, что не хватало ребенку, это маминой любви, тепла и заботы. Вероятно, поэтому Наталья Витальевна попыталась стать своему сыну идеальной мамой, которому, кстати, сейчас 20 лет, и именно он стал прототипом главного героя книги Мишки. А позже уже своим опытом Наталья Стасина поделилась с другими родителями. Читайте с радостью, читайте с нами, читайте с библиотекой Маршака.